О профилактике таких преступлений говорили сегодня в правительстве региона. Там прошло совещание с представителями Центрального банка Российской Федерации. Поводом для встречи послужило назначение Александра Хлобыстова управляющим пензенским отделением. Среди задач, которые он будет решать, обозначены вышеназванные. Вопросы кибербезопасности и вопросы предотвращения мошенничества на финансовом рынке с банковскими картами. И вот это тоже очень актуально. Вопрос практически каждый день сводка, которую я получаю от органов Министерства внутренних дел. И в каждой сводке практически фигурируют те или иные вопросы, связанные с мошенническими действиями, это прежде всего в отношении граждан. Олег Мельниченко также подчеркнул, что деятельность Центробанка имеет большое значение для экономики области и важна для ее жителей. Что касается нового управляющего, то, по мнению руководителя региона, его опыт востребован, в том числе и в качестве эксперта высокого уровня по вопросам бюджетной и финансовой политики.